23 сентября 2016 года официально исполнилось 9 лет операционной системе Android для мобильных устройств. 9 лет назад в продажу поступил смартфон HTC Dream с операционной системой Android, созданной на основе свободной операционной системы Linux. На тот момент никто и представить не мог, что со временем новая мобильная операционная система заинтересует такого гиганта, как Google, а сама прошивка станет самой популярной в мире. В честь столь знаменательного события Google опубликовала праздничный твит с изображением зеленого робота с сладостей KitKat, Marshmallow и Nougat, в честь которых названы последние версии мобильной операционной системы. Но одним твитом праздник не ограничится. В сообщении сказано, что для всех поклонников Android компания приготовила что-то вкусненькое. В сети уже делают ставки относительно того, о чем идет речь. Самые популярные версии – выход новых смартфонов Pixel и Pixel XL или проведение 10-центовой распродажи. Подобная распродажа на Google Play состоялась осенью прошлого года, и тогда большинство платных приложений на официальном магазине стоили всего 10 центов.